Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Посмотрите, какая у меня есть классная штучка. Это уже, я не знаю, ну не раритет, наверное. Но уже винтаж 150%. Это чехол, я так понимаю, наверное, от фотоаппарата «Чайка». Вот, это еще советских времен. Сам вот этот вот, как это называется, кофр, не кофр. Вот, сверху, я так понимаю, это кожа. Внутри вот здесь подбита искусственной замшей, кстати. Вот ручка натуральная, тоненькая кожа. Все заклепано. Все, он такой прям отличный. И вот эту вот штучку мне дали расписать. Я прям как увидела ее, сразу влюбилась. Такая вообще стильная сумка. Стильная сумка. Вот. Поэтому я ее хочу немножечко как бы расписать. Вот, меня попросили, это не для меня, это заказ. Вот. И что, она такое сейчас, может быть, в камеру выглядит как черная, но фактически она темно-коричневого цвета. Я сейчас ее обезжирю и нанесу рисунок. Какой-нибудь рисунок и распишу ее. Красить я не буду. Вот, буду красить только верхнюю крышку. Может быть, что-то еще сделаю с замком. Не знаю. Обезжиривать буду мистером Мускула для стекол. И тщательно полируем. Всю поверхность. Где будем расписывать и где не будем.
такая получилась у меня сумочка. Сильно перегружать ее я не стала рисунком. Мне нравится такая легкая, интересная. Бока немножко вот просто вот так вот сделала с обоих сторон. Сзади, так как это будет к телу, не стала я сильно тоже ее. Вот так вот. Вот такая вот получилась вот сумочка с бабочкой. Лаком покрывать не стала, так как, ребят, ну, лак будет слишком блестеть, мне кажется. Ну, краска, если хорошо просохшая, вот эта, она очень хорошо держится. Так что оставляю вот так. На этом все, ребят. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.